Приветствую всех, с вами Михаил. Если вы не смотрели предыдущее видео, то вы не знаете, что ко мне приехал Денис. Здравствуйте, меня зовут Денис. В каждой из моих силиконовых ушей, повторяющих строение человеческого уха, встроен качественный, высокочувствительный микрофон. Я помогу вам услышать, как звучат любые наушники и не только. Как вы уже поняли, с помощью Дениса можно проводить акустические измерения. И вы в комментариях к моему предыдущему видео попросили меня сравнить наушники от HyperX и вообще решить, стоящие они или нет. Давайте узнаем. Сначала я вам дам послушать, как звучат эти наушники, и вы непосредственно в процессе сможете услышать различия между ними. К сожалению, у меня отсутствуют самые дешевые HyperX дроны и самые дорогие HyperX Revolver, я их просто раздарил. Но у меня в наличии есть HyperX Stinker, HyperX Cloud 2, они же Cloud, они же Cloud Core, Cloud X, ну вы понимаете, а также Cloud Alpha. А сейчас мы с вами послушаем все эти наушники, и вы сами сможете услышать разницу в их звучании. Первая композиция очень популярная в последнее время. Вторая композиция понравится ребятам, которые любят делать вот так. А третью композицию оценит старшее поколение. Мой цвет настроения черный. Фил. Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Черный, черный. Мой цвет настроения черный. Черный, черный. Цвет настроения черный, на губах помада цвет ликерный. Она на черном стиле, она так чувствует себя богиней. Тело как Ламборгини, я выходя из дома выбрал черный цвет. Все мои сучки любят черный цвет. Все мои машины строго черный цвет. Все мои банды любят черный цвет. Я выбираю брюнеток хоть и не против блондинок, но их всегда напоследок. Рокерские джинсы, черная кожа — это принцип. Светит камень на мизинце, мы на черных конях принц. Окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей, окей, окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня. Что сегодня? Мой цвет настроения черный. Цвет настроения черный. Your thoughts will soon be wandering the way they always do. When you're riding 16 hours, there's nothing much to do. And you don't feel much like riding, you just wish the trip was through. Here I am. D'autres façons de se quitter que éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Crier
музыкой закончили, вы сами все слышали. В общем-то, переходим к измерению амплитудной частотной характеристики. Желтая полоска Stinger, фиолетовая полоска Cloud 2 и зеленая Cloud Alpha, а белая полоска — это наши эталонные хай-энд наушники Oppo PM1. Начнем с желтой полосы, то есть Cloud Stinger. Stinger весьма неплохо держатся по басам, практически повторяют нашу эталонную полоску. И вот здесь в середине, к сожалению, в средних частотах мы имеем провальчик. То есть те звуки, которые должны звучать на той же громкости, что и басы, например, или высокие частоты, у нас будет провал. Те звуки, те инструменты, те голоса, которые окажутся вот в этих вот частотах, в районе там 300 или 400 Гц, вот, они будут звучать тише, чем должны, тише, чем задумал режиссер или музыканты. Дальше мы имеем достаточно ровную АЧХ и, ну, в общем-то, типичный спад на высоких частотах. В принципе, весьма неплохо, но вот если бы не вот этот провальчик. Теперь Cloud 2. Мы имеем такие хорошие басы, даже больше, чем у Cloud Alpha, и даже вот чуть-чуть больше, чем у наших эталонных наушников. И снова в серединке имеем провал. К сожалению, он более пологий, не такой вот резкий, но тем не менее провал. Но самое страшное у нас находится вот здесь, в области 4-5 кГц. Мы имеем вот такую вот непонятную синусоиду, которая будет довольно сильно влиять на восприятие звука, потому что, ну, по сути, представьте, что вот здесь вот какой-то инструмент у нас находится, и часть звуков, издаваемых этим инструментом или голосом, будет очень тихая, а часть будет, наоборот, слишком сильно пищать, ну, учитывая, что это высокие частоты. Вот за этот момент не зачет Cloud 2. Они хорошо звучат, но вот если бы вот этого не было, было бы гораздо лучше. Теперь Cloud Alpha. Мы имеем такие довольно-таки скромненькие басы, хотя, если честно, на самом деле это такая мелочь, которую в реальности при прослушивании вы не заметите. Но зато посмотрите на серединку. Она у нас практически повторяет наши эталонные наушники, и вот эти частоты даже более ровные, чем у наших эталонных наушников. Это означает, что вот все инструменты, которые будут находиться в этой области, то есть средних частот, а это именно вот, ну, максимальная концентрация всех инструментов, они будут звучать так, как задумал режиссер, музыканты, ну и так далее. Вот здесь вот небольшой горбик, но это не страшно. То есть вот просто посмотрите, насколько он ничтожный по сравнению, вот, допустим, с Клаудами 2. Да, есть небольшой минус, но, в общем-то, это вполне приемлемо. Ну и, собственно, наши эталонные наушники держатся очень ровно, практически, ну вот, кроме нескольких небольших горбиков. То есть, что мы имеем? Cloud Alpha, наушники, которые стоят приблизительно в 10 раз дешевле, потому что Oppo PM1 стоит примерно 80 тысяч рублей, а Cloud 2 стоит 8 тысяч рублей. Но мы имеем вот именно по АЧХ очень-очень похожие показатели. И это великолепно. Вообще говоря, не зря я люблю слушать музыку в альфах, несмотря на то, что у меня есть гораздо более крутые и навороченные наушники. Альфа в музыке звучит прекрасно. Но если говорить в общем, все модели от HyperX показали себя очень даже достойно. Ну что ж, добавить мне к этому просто нечего. Вы сами все видели и слышали, в общем-то, сами можете сделать выводы. А я только что совершенно бесплатно сделал самую лучшую на ютубе рекламу для наушников HyperX. Жалко только, что кроме ваших пальцев вверх, я за это ничего не получу. Но если серьезно, как я и говорил в своих предыдущих видео, HyperX действительно умеет делать наушники. Да, это очень распиаренный бренд. Да, они много вкладывают в рекламу. Но по факту они действительно звучат. Обязательно напишите в комментариях, какие наушники вы хотите, чтобы я сравнил в следующий раз. Я обязательно постараюсь добыть эту модель и провести для вас тестирование, чтобы вы сами понимали, какая модель подойдет вам, какая действительно стоящая, а на какую совершенно не стоит тратить деньги. Не будем надолго затягивать. Если вам понравилось, пальцы вверх. Подписывайтесь, если вы здесь впервые. С вами был Михаил. Всем пока!